Добрый день! Ты Игорь, а следуйте видео привлят о проекте SkyWay. Ровнако, ако в предходзаяцих выданиях, а и надалее працуем из дома. Аби сте могли правильнее доставать информации о главных удалостях в животе SkyWay. В том-то выдании увидите. До настроев при партнерах мне придали новую вступную странку «Лендинг с экологическими предностями SkyWay». Было выдано новое видео о праце отделения BIM технологий в ивовой сполучности SkyWay. Анатолий Юницкий говорил о предностях SkyWay в разговоре при новой на вечерней Москва. Позримся на те-то удалости подробнейше. Особный кабинет СВЦС надалее дополняет о новый настрой при партнера. Тенто раз сме придали лендинг о экологии о доправе SkyWay. В новом лендингу сме говорили о том, ако модерна доправа пошкодзует природу, а указали сме, ако технология SkyWay поможе вырешить проблемы экологии. Вдяка тому лендингу си можете позреть экологические приносы SkyWay из разных углов, ако электромотор снижует эмиссии до атмосферы, ако струнова эстакада захранює природу в країні, ако доправа знижує умертность звірят, а живочих на цестах. Отповіді на тєту, а дальше і отазки су в новому лендінгу. Аби сме могли порозправати о успехах проєкту, до лендінгу сме придали інформації о розвої SkyWay в Білоруську, а Спойних Арабських Еміратах. В тих-то країнах уж екологічна струнова доправа приходза первими скушками. Лендінг сі можете позріть в отказі под відео. Покрачуем мы в представлении отделений вывоевой сполучности SkyWay. Тенто раз будем говорить о праце отделения BIM-технологии. Замеснанцы, то, кто отделение выуживаю модерный приступ к выставке на закладе информачного моделу будовы. Оттял поход запоминования Building Information Modeling, алибо BIM. Подле выедрения ведутся тейто организационной единотки Александра Дмитриева, умужнюю BIM вытворать тройразмерные модели будов, в которых каждый первок обсагует дальше информации. Например, проекчный выкрес. Так это модели помогают шитрить час, потребный на опрацювание выкресов, а вяться виновать подробному спрацюванию конкретных технических решений. Целый разговор с Александром Дмитриевым о праце технологического отделения BIM найдете в пописи под видео. На вебовой странке новин «Вечерняя Москва» был уверененный разговор с генеральным конструктором сполучности Юницкий String Technologies Анатолием Юницким. Автор технологии SkyWay отповедал на отазки о предностях струнной доправы, влаков на магнетическом ванкуше, о перспективах проекту SkyWay. Конкретнее Анатолий Юницкий виновал велку позорность аэродинамики струновой доправы. Подле слов конструктора, проект доказал вырешить один из главных проблем модерных автомобилов – приземный эффект. Еднодухоповеданная идея о вирении вздуху медзи аутом на цесту. Абы то было можно отстранить постачи, выдвинуть доправу выше над землей. Аку то урубили вывояры технологии SkyWay. На конце разговора Александр Юницкий уведал, что технология струновой доправы докаже в будущности споить места до едной сполучной сети. То-то уможни забеспечить приправу до конца до наигоршие преступных областей, кам собежна доправа не може достати. Приправили сме краткий препис з главним темами того розговору, который сі може причитать в отказі под відео. То були вшетки справи тижні. Прилагайтеся на отбір нашого каналу, аби сі не примешкали на слідуюці видання. С вами був Ігор Луцевич. До видіння, а на схлинену.